а мы хотим сейчас свою собственную. Ну, собственную. Ну как собственную? Свою собственность, как? Вот свою, просто свою. Все работает, если работает. Графика на частную собственность. То есть вы отказываетесь отдать частную собственность другому лицу, правильно? Вы ее забрали и отказываетесь отдать. Доставьтесь, пожалуйста. Доставьтесь, пожалуйста, уважаемый. Ану. Милиция, милиция, вызывай милицию. А уже вызвали. Уже нападение на журналистов. Где машина? Выйдите с территории, я охрана. Кто такой? Кто такой? Представьтесь, пожалуйста. Выйдите с территории. Ты не угрожаешь? Я хочу ударить. Я хочу, чтобы вы вышли с территории. Мы не хотим. Машина наша здесь находится. Ну, пожалуйста, приходите с утра и разбирайтесь. Какого утра? Моя машина здесь стоит. Ты что, странно? Я понимаю, что ваша машина стоит здесь. Ну так ты что? Ты украл? Ты украл ее или что? Есть документы на машину. Может, вы все будете со мной разговаривать? Да, мы будем с тобой все разговаривать. Документы у вас есть, если я забрала машины. Если забрала машины, что у тебя в руках? Выйдите за территорию, я охрана, я имею право вас здесь прибить. Ты имеешь право, прибить? Ты же загремишь с этой штукой, если у тебя в руках. У вас есть протокол? Нападение, вы звоните 120, быстро звоните 120. Ты сейчас на нары загремишь, положи. Выйдите, пожалуйста. Балалайку положи свою. Я сказал, выйдите, пожалуйста. Положи балалайку, ты нас сказал, выйди. И разговаривай нормально, как культурный человек. Ты культурный человек, я ты просто объяснил, а что вы сюда заломились вообще все? Вы не заберете отсюда машины. Какие арматуры? Утром приходите. Какое время вы считали? Ну, посмотрите, выйдите. Да мне похер, машина там стоит. Хорошо, что стоит, потому что здесь машина. Так дай машину, никуда не будет. Никто вам ничего не отдаст. Кто украл машину? Как это не отдал? Я украл. Как это? Так это я умею. Что мы здесь делаем? Вот, там уже пистолет он достает, снимайте его. Ага. Пистолетом. О, пистолет снимайте. Пистолет, разрешение есть? Ничего. Сюда заломился, начал. Там уже выехала милиция. Вызвали милицию уже. Бальзак, алло. Так выйдите за территорию. Не, мы подождем. Блять. Вы нормальные люди, вы можете нормально пообщаться? Хорошо, давай показываем документы, забираем машину, правильно? Вы еще не забираете. Здравствуйте, Бальзака 16, угроза убийством, битами и пистолетами на нас нападают неизвестные личности. С арматурами? Бальзака 16 с битами и пистолетами. Да. Да, с битами и с пистолетами, угрожают убить. Шапошников. Ростислав Сергеевич. Ноль шесть. Ожидаем. Выйдите отсюда за территорию. Посмотрите, график работы. Я сейчас тебе укажу нормально. Укажи. Это на противоцеркви заезд. Проезжаешь Каштаново и увидишь, что с левой стороны будет через трамвайные пути церковь, и к ней будет вести дорожка такая. Да-да. Пуховая автомобильная. Да вижу. Там видно, да. Украли машину, мы обнаружили. Да. Ну нет, не 6-го, наверное, я думаю, что как вчера. На Озерной один мотовоз стоял. У меня документы там.